Когда-то в дозорной башне владычного двора в Новгороде были часы с боем, часозвоне. Двухтонный механизм заставлял гудеть треснувший колокол, и сердца наших предков-новгородцев наполнялись гордостью. Но все подвластно времени, даже башенные часы, и колокол замолк на сотни лет. Но недавно стрелки часов сдвинулись с места и пошли. Их восстановил Александр Генрихович Вейнгард, так же, как вернул к жизни старинные башенные часы во многих русских городах. Правда, ни гирь, ни многопудия зубчатых колес нет и в помине. Им на смену пришли легкие сплавы, электроника, транзисторы. Но это не мешает новгородцам-потомкам гордиться своей часозвоней так же, как гордились ею их предки.